Екатерина Самарина учится на четвертом курсе бакалавриата по направлению технология машиностроения. В этом году во Всероссийской студенческой олимпиаде «Я профессионал» Екатерина участвовала во второй раз. Выбрала для себя 8 направлений подготовки. На отборочном этапе все состязания были в онлайн-формате. По результатам тестовых заданий студентка с РФТИ прошла на заключительный этап сразу по 5 направлениям – теплоэнергетика, материаловедение, углеродное регулирование, машиностроение и биофизика. Машиностроение, материаловедение и теплоэнергетика, они проходили очно, там в различных городах. Это Нижний Новгород, Самара и Москва, я писала. Соответственно, давали задания. То есть задания приближены к, соответственно, тому, что мы изучаем в институте. То есть, особой подготовки даже не надо. Ты смотришь демонстрационный вариант, там вспоминаешь, что проходил. В олимпиаде Екатерина решила испытать себя как в своих основных учебных дисциплинах, так и в дополнительных предметах. На очных этапах студентке предстояло решить прикладные задачи и кейсы, которые были приближены к рабочей сфере. В прошлом году девушка была победительницей олимпиады по материаловедению. В этот раз Екатерина взяла золотую медаль по машиностроению, а также снова победила по направлению материаловедения. Девушка отмечает, что олимпиада «Я профессионал» дает для студентов много возможностей. Это всякие различные конференции, это стажировки в различных местах, это бонусы от России «Страна возможностей», там больше, чем путешествия, они дают бесплатные путевки, это, соответственно, денежные премии, это баллы при поступлении в магистратуру. Кроме всех этих возможностей, студентка получила и денежную премию. Екатерина Самарина – первый золотой медалист Всероссийской олимпиады «Я профессионал» из РФТИ. Также еще один студент, Игорь Орлов, принес институту бронзу по направлению физика. По Нижегородской области всего 6 медалей олимпиады «Я профессионал», из которых 2 – у Саровского физико-технического института. Нам очень важно понять, какова оценка нашего труда, насколько наши знания – тот материал, который мы даем студентам, позволяет им лидировать в таких серьезных конкурсах. И, конечно, золотая медаль показывает, что все у нас здесь в порядке, что уровень знаний достаточен не просто для трудоустройства, а для завоевания медалей в такой вот крутой олимпиаде. Также с РФТИ вошел в топ-43 российских вуза по количеству медалей олимпиады «Я профессионал». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.